Это новое утро, друзья, на Новой Одессе. Мы тоже так умеем. Смотри, Наташа, тебе вот сюда стакан можно поставить. Ты видела? Доброе утро, дорогие друзья, это ужасно. Я сижу и вот еще, это нервное, знаешь, вот то, что я вот этот инструмент взяла в руки, он очень расслабляет. После это того, инструмент? Как... Я думала, это еда. Нет, после того, как увидишь себя в таком виде, я взяла инструмент этот неспроста. У нас сейчас появились гости, которые расскажут, как он называется, что это вообще такое и с чем его едят. У нас в гостях группа «Алекс Трип». Здравствуйте. Доброе утро. Вам про инструмент рассказать? Нет, про инструмент тоже. Как у вас дела? Рассказывайте. У нас отличные дела. Мы проснулись сегодня. Это уже хорошо. Каково это творческим людям так рано просыпаться? Ну, честно, мы и на работу ходим, поэтому нам и не спать, и просыпаться мы ко всему привыкшие. Ну, а за гитары браться в такое время привычно? О, мы в любое, за гитары это нормально. Когда угодно. Нам главное не работать. А вы с ними расстаетесь вообще? Можно посреди ночи разбудить. Бери гитару и сразу. Да, там сумму в руки. У меня сразу, знаешь, бери гитару и луч солнца золотого. А, расскажите, какую музыку вы играете? Давайте познакомимся, а то мы так начали общаться сразу. Мы группа же и наши Алекс телезрители Трип. Не знают, как каждого из вас в отдельности зовут. Алекс, Слива, Мартин. А в жизни Саша, Витя и Сережа. Да. В это обычной надо... жизни. Ты усложнил сейчас задачу. Обычно надо было запомнить только имена. Сейчас придется запомнить так и так. А что за инструмент вот этот? Это шейкер называется. Он сделан в виде яичка, оно немного пострадало, поэтому сейчас... Ну, судя по всему, кто-то перепутал ложечкой пытался, да? Пытались позавтракать, видимо. Какую музыку вы играете? Мы играем психоделический секс-поп. Это название. У меня сегодня просто день открытий. У нас был, тоже было какое-то название, которое я даже вот сейчас не воспроизведу. И вот сейчас вот это вот. Это воспроизвести можно. Это что такое? Это можно даже сыграть. Это мы можем сыграть, да. Судя да, по инструментам, это даже можно играть, Наташа. А название такое вы придумали или оно уже существовало до вас? Мы придумали, судя по всему. Новаторы. Ну, вы просто объединили все эти три слова. Нам они до этого существовали, но в одном приложении. Мы вас разочаруем. Общая подруга наша, Таисия Деброва, может, даже она смотрит сейчас эту передачу, сказала, ну, когда мы включали свои новые песни, говорит, ну, вы сплошной секс играете какой-то, как обычно. И потом как-то это все отложилось в голове, и на сцене мы выкрикнули в микрофон, что мы играем психоделический секс-поп, и всем понравилось. Слушайте, ну, давайте послушаем. Я, конечно, боюсь предлагать это, но давайте все-таки попробуем. У нас нет выбора просто. Ну, да. В любом случае, ребята будут играть. The same, I'm lazy and I'm smoking weed. That's right, I did it first time when I was a kid. We're all green people in the gray world. I said and fuck over, they told me we tired. We tired. Soon it's coming up now. We're child. Soon it's coming up. The same, I'm a lizard and a smoking weed. That's why I did it first time when I was a kid. We're all green people in the gray world. I said I fuck all they call me weak child. Coming up, man. We're child. Soon it's coming up.
Психоделический секс-поп? Как он называется? Ну, мне понравился. Теперь мы будем знать, как это называется. Да. То, что нам понравилось. А на английском только поете или используете ритм мову тоже? Получилось так, что мы стали петь на английском. Сначала песни были на русском, многие из тех даже, что мы сейчас поем. Но они как-то звучали очень странно. Ну что русские слова не слишком длинные. И это чтобы весь... никто и не понял, о чем песня. И чем хорош английский язык, можно спеть то, что нельзя в прямом эфире петь на русском. Поэтому вот эту песню мы смогли спеть. Да, мы заметили. Сейчас наша англоязычная аудитория, видимо, удивилась. Нет, она не сейчас удивилась, она удивилась тогда, когда пели песню. Ну да, тогда. А что у вас сейчас происходит в творчестве? Какие у вас творческие планы? Мы сейчас пишем музыку для фильма одного нашего... друга, Юрий Мироник зовут режиссер. Это будет что-то интересное, мне кажется, очень. Даже нам как бы нравится. Готовим дебютный альбом, именно такой полноценный, но мы его не выпустим, пока он не будет революционным, самым-самым лучшим за всю историю нашей страны хотя бы. Поэтому мы его выпустим примерно весной, может быть, в начале лета. Амбициозные планы. Да. А что за фильм, когда выходит, чтобы можно было услышать вашу музыку? Да, в разработке. Он, я думаю, он скоро выйдет. Уже даже в монтаж финальный готов. Мы будем на выходные смотреть. Но вот мы над музыкой работаем. Это такой процесс. Достаточно, да, такой интересный, долгий. Поэтому мы будем тоже добиваться лучшего результата. Чтобы полнометражный впечатление... Это будет короткометражный фильм. А в каком жанре? Это что-то тоже это психоделическое? Это будет жанр, смесь жанров, примерно постапокалиптический такой жанр. Одновременно в этом будет что-то библейское, религиозное и что-то даже философское. Ну а сексуально-психоделического там ничего не будет? Там музыка. Будет что-то... Только музыка. Там будет музыка очень сексуальная. У нас какой-то такой эфир сегодня. У нас просто немножко психоделическо-сексуальный эфир получился. Ну давайте тогда что-то уже послушаем. Давайте, только мне понадобится немножко другая гитарочка. Рокировочка легкая. Да, там блин. Напоминаю, что у нас прямой эфир. Может, даже свой медиатор мне понадобится. Сейчас они всем поменяются. Сейчас всем поменяются. Пересядете. Да. Для тех, кто не расслышал, прозвучало слово медиатор, не вентилятор. А тебе нужна вот эта штучка? Дай мне, я А, тебе нужна, да? Ну ладно. Ты можешь взять микрофон, если помнишь. Хочу, я посижу с тобой. I am coming home, say hello to my darling. Open the world and flying away. I'm coming home, say hello to my darling. Open the world and flying away. And I never escape from the happiness and bright light and your wonderful smell. And every moment she lived, I wanna hold you going crazy right now. Cause you look so pretty and you're thinking about me too. I wanna show you another world where everything's bright and round. I am coming home, say hello to my darling. Open the world and flying away. I'm coming home, say hello to my darling. Open the world and flying away, yeah. And I never escape from the happiness and bright light and your wonderful smell. And every moment you live, I wanna hold you going crazy right now. Cause you look so pretty and you're thinking about me too. I wanna show you another world where everything's bright and round. And I never escape.
Спасибо, ребята, за вашу музыку. Это было очень за ваши хорошо. Песни. Вы с утра зарядили, я думаю, и нас, и телезрителей бодростью. Вашим психоделическим... Как там? Я уже психоделический секс-поп. Смотри на него так, а то я начинаю переживать. Не стесняйтесь. Все нормально. Раскрепостили нас, ребята, это была группа Alex Trip на Новом Утре. Мы встретимся сразу после рекламы. Я напомню, что спонсор нашей программы — строительная компания «Будова». Всегда приятно возвращаться домой. Реклама на Новой Одессе.